снимаю этикетку и обезжириваю поверхность жидкостью для снятия лака. Покрываю бутылку акриловым грунтом с помощью губки. Пока поверхность сохнет, вырываю из салфетки мотив. Снимаю с салфетки тонкий верхний слой с рисунком. Кладу мотив на файл лицевой стороной вниз. Заливаю небольшим количеством воды. При помощи кисти выгоняю из-под салфетки пузырьки воздуха. Убираю излишки воды. Далее переношу изображение на поверхность бутылки. Покрываю бутылку клеем для декупажа. После просушки изделие можно покрыть слоем акрилового лака. Приступаю к декору верхней части бутылки. Наношу термопистолетом полоски клея. Окрашиваю клей белой акриловой краской. Далее можно сделать акценты блестками, приклеив их на слой лака. Очаровательный сувенир к новогоднему столу готов!